Коллеги, всем привет, меня зовут Александр. Я нахожусь снова на площадке пылевого города региона Север компании Сингента. В данный момент я нахожусь на участке, где была проведена обработка препаратом Амистар Экстра, однократная обработка, фазу 6-8 листьев, дозировки 0,75 литров на гектар. Прошло уже порядка 2 месяцев после обработки, и очевидно, что ржавчина начала активно развиваться. Кстати, первые симптомы были отмечены на падалице подсолнечника в посевах зерновых. И перемещаясь левее, гибрид у нас один и тот же, Сибакарди, я хотел бы вам продемонстрировать участок, где было проведено 2 обработки фунгицидом. Первая была проведена также в фазу 6-8 листьев. И вторая по маячкам. Отдельные растения начинали уже зацветать, но массив, скажем так, находился еще в стадии начала цветения. И посмотрите состояние листовых пластинок здесь. Бурая ржавчина, конечно, присутствует, что говорить, но ее значительно меньше. И листья более зеленые. Другими словами, растение чувствует себя отлично, продолжает вегетировать. Эффективность данного приема очевидна. Работайте, защищайте. Всего доброго.